В селе Гремячий колодезь неизвестные в конце апреля срубили 60 тополей, растущих на территории дендропарка. Во время проведения работ были также повреждены еще 75 кленов. На место незаконной рубки приехали сотрудники межрайонной природоохраны и прокуратуры и Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. При осмотре места происшествия было установлено, что природному заказнику нанесен ущерб на сумму 1 миллион 648 тысяч рублей. Никаких заявлений о предстоящей рубке леса в соответствующий орган государственной власти не поступало. Поэтому в полиции возбудили уголовное дело. Сейчас идет расследование, устанавливаются причастные к совершению преступления. Валерий Бобкин, 41 канал.